Всем привет, с вами снова Атлантис. Сегодня ваше внимание хочу представить очередную свою распаковочку, очередные свои посылочки, посещать очередной раз интернет-магазин AliExpress. Честно сказать, понятия не имею, что здесь пришло, но какие-то провода, по-моему. Много какой фигни заказано. Даже не знаю, что именно. Они все самые стелсовские. А, да, точно, провод. А, ну да, да, так, может, он начнут-то? По-моему, нет. Две штуки, да? А, ну да, я заказывал две штуки. Это, я думаю, все знаете, что такое. Это для компьютера снимание с Молекса, питание на, допустим, RGB-ленту и тому подобное. Вот такие вот штукенции. Не совсем для системного блока взято это. Есть один проектик, который я хочу сделать, но он будет не скоро. Надо много чего заказать, сейчас денег нету. Скажем так, ну ладно, это не важно. Будет просто отдельно это блок питания. Не знаю, либо то, что мне тогда приходил, более компактный с Алиэкспресса под Молексы. Для жестких дисков внешних, либо вообще отдельный блок питания, у меня есть неплохой блок питания отдельный, и будет использоваться в качестве источника питания для подсветки там и кое-чего еще, но не относящийся к компьютеру. Компьютер там даже рядом не будет стоять. Так что вот так вот, брал две штуки. Какие-то копейки стоили, мне одна штука нужна по факту. Ну, взял две, может пригодится второй. Что так вот? Такая простейшая вещь, 12 вольт с Молекса. На такой вот штекер 12 вольт. Ну, а на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока и до встречи.